Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы совершить с вами маленькое такое микропутешествие в Китай. Это у нас пакетик быстрого приготовления. Честно говоря, когда нет каких-то жутких консервантов, я ничуть не против продуктов быстрого приготовления, которые особенно приготовлены методом дегратации. То есть из них просто выкачана вся вода. И получается вполне себе натуральный продукт, который просто нужно добавить воды. В данном случае именно так это и готовится. Заливается кипятком, и получается вкусный, ароматный, белковый суп китайский сицай. В нем содержатся креветки, красные водоросли, это вот главные ингредиенты. И, конечно же, именно благодаря им вся польза в суп и попадает. Из креветок белки, из водорослей антиоксиданты, йод, клетчатка и тоже белок, кстати, водоросли богаты белком. Поэтому такой супчик, вот скажем, на одну порцию, там всего 40 калорий получается, порция 300-граммовая, скажем, на такую порцию примерно 270 мл воды нужно. Калорий, как я уже сказала, всего 40, и при этом довольно хорошо насыщаетесь и за счет объема, и за счет того, что здесь есть белок. В общем, отличная штучка, если вы любите что-то пробовать что-то новое, если у вас цейтнот, найдите в супермаркете и попробуйте хотя бы разок, вдруг понравится. Для тех, кто хочет быть всегда в форме, у кого особо мало времени, как раз прекрасный вариант. Пользуйтесь моей стройной фишечкой дня, никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, цепляйтесь за наш похудательный буксир, это наш закрытый похудательный мотивационный клуб, и, конечно же, оставайтесь со мной на связи, и все у вас получится. Пока!